Пане Романе, і в нас є цікава інформація, про яку казав, Шойгу набрехав знову. Район Кринок, знаємо, важкий плацдарм, важкий для нашої оборони, але ще чорніший для окупантів. Він записав відео, де розповів, що Кринки вони зачистили. Давайте послухаємо. Я знаю в докладі генерал-полковника Теплінського, я підтверджую його доклад, це дійсно так. Кринки зачищені. Мы встали фактически по всему побережью реки Кринки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десант. Ну от пан Роман розповів, що зачистили Кринки. Офіційно ж Генштаб наш це спростував. І, ну, відповідно, бійці на цього напрямку спростовують і, м'яко кажучи, дивуються з таких заяв Міноборони і окупантів. Так и есть. У меня там просто есть мои друзья, которые уже несколько месяцев выполняют боевую задачу. Как выполняли, так и выполняют. Потому что там и кого зачищал Теплинский вместе с Шойгу, ну, это им больше знать, друг другу потом будут рассказывать сказку. Особенно в ближайшее время, когда будет понятно, что, мягко скажем, ввели в заблуждение. Хотя реагировать на это нет никакого смысла. У россиян сейчас предвыборный месяц идет, и им надо каждый день давать какую-то положительную информацию, потому будут они высасывать ее из пальца, из своего или из чужого, это не важно. И вот примерно тот же Шойгу высосал из пальца уже Теплинского такую информацию. Ну, дальше сами будут разбираться, когда у Путина... А хотя до Путина вряд ли дойдет, а россиянам это не совсем интересно, потому что они даже не знают, где этот левый берег Днепра и где эти Кринки находятся. Пане Романе, ну і Авдіївка, дуже багато зараз розмов, заполітизовують це питання, тому що депутати народні, хоч вони і члени, не буду називати прізвища, вони хоч і члени Комітету з нацбезпеки і оборони, кажуть, що треба з Авдіївки було виходити раніше, треба було раніше приймати рішення, на що починають маніпулювати, що а якщо би було, якби був далі головнокомандувачем власне Залужний. На це відповідає секретар НБО Данілов, каже, мовляв, що по-перше, рішення приймається ставкою, це не залежить рішення напряму від головнокомандувача, а по-друге, власне, і каже, що, напевно, дуже легко зараз от говорити, намагатися отримати політичні бали, коли вийшли з Авдіївки. Ну, с военной точки зрения с Авдеевки выходить было нельзя. Не то, что там два месяца. Нельзя было и несколько дней назад выходить. Почему? Потому что это хороший стратегический плацдарм для наступательных действий. Это то же самое, если бы мы сейчас вышли из Работина и ушли обратно на Орехов. Вот выполнили маневр, а смысл тогда был движение в прошлом году. Это такое же вклинение было в российскую оборону в районе Авдеевки, причем создавали мы его еще в 2014-2015 году, отрывали, заливали, то есть там целый укрепрайон в Авдеевке был для того, чтобы потом наступать. Это не оборонительный рубеж, это наступательный плацдарм, и из него, то есть мы его оставили как раз под давлением обстоятельств, так сказать. Первое, это, естественно, потеря управления, но потеря управления больше все-таки повлияла на отход, на не совсем грамотный, не совсем управляемый отход, если так мягко скажем. Это вот эта потеря управления. А реально причины две. Недостаток боеприпасов и авиационная компонента. Мы уже говорили, если бы блуждающий Патриот на пару дней раньше появился в районе Авдеевки, началось падение самолетов российских, они бы не забросали Авдеевку планирующими авиабомбами. То есть эти два механизма, отсутствие боеприпасов и авиационная компонента, вынудили наши войска оставить этот наступательный плацдарм. Оставлять его нельзя было, потому что мы сейчас, можно сказать, потеряли это вклинение, потеряли очень хороший плацдарм для того, чтобы потом можно было, в любой момент, кстати, это можно делать было, зимой, летом, в любой момент начать освобождать Донецк, Макеевку и Сеноватую. Там 3 километра буквально до линии фронта было от Авдеевки. То есть нельзя было его терять. Ни в коем случае. Надо было
найти, в конце концов, Министерство обороны, мы опять говорили, прямой виновник того, что нет боеприпасов, и особенно на Авдеевке, так конкретно Министерство обороны не справилось абсолютно со своими задачами. Вот их надо менять. Причем все Министерство обороны в полном составе. Кстати, никто сильно и не заметит, если поменяют эту команду. А вот когда зайдет команда военных, тогда это будет намного понятнее, потому что они кто-кто, а вот военные будут точно понимать, где, в каком месте сейчас на данный момент может, или даже спланировать некоторые моменты, где может быть действительно большие проблемы, и найти, в конце концов, по миру, найти снаряды, перераспределить финансирование. То есть целые процессы, которые могут выполнять только люди, которые в теме профессионализма, то есть в профессиональном отношении разбираются в ведении боевых действий. Пане Романе, і в продовження теми про секретаря РНБО Данілова, в крайньому інтерв'ю також він розповів, що його запиталися про політичні наміри чи амбіції Залужного. Він каже, що ніколи з Валерієм Федоровичем не говорив про ці теми, каже, але є дуже багато політичних сил, які спокушаються заманити Залужного своїм рейтингом в політику. Як ви вважаєте, наскільки це вдасться, наскільки потрібно йти в політику військовому і загалом, наскільки це хороша ідея в нашому політикумі? Діло в тому, що політика, політики зараз, вже в третьому тисячолітті, це як пейджери, вони вже не нужны. Що таке політик? Це такий передатчик між народом і исполнительной властью. Ну, вроде как законодательная власть, хотя властью является народ. Так вот, если у вас есть уже смартфоны, зачем вам пейджеры? Они просто не нужны уже. И политики как таковые, они тоже не нужны. Определить восприятие любого закона или, допустим, отношение к закону у населения, а это легко сейчас. Ну, сейчас уже есть механизмы, те же смартфоны, по которым можно предпочтение населения и количество населения, допустим, четко определять и сразу передавать исполнительной власти. Эта прокладка, политическая прокладка, она абсолютно не нужна. Она нужна олигархам, потому что что у нас Верховная Рада, что эти депутаты, вернее, политики так называемые. Это бомжи, собранные с помоек десяткам олигархов, начиная от Коломойского, заканчивая Ахметовым. Они все их. То есть с них политики, как с меня Папа Римский. Потому становиться в общий ряд, допустим, с этой вот политической шушерой, которая пытается этой прокладкой быть между населением и исполнительной властью, абсолютно не нужно. Военным это точно не нужно. Вот куда надо военным идти? В исполнительную власть. Израильский вариант. Это самый лучший вариант в мире сейчас, который показал себя с хорошей стороны, когда в исполнительную власть в основном идут именно военнослужащие, те, которые прошли горнило войны и, естественно, будут однозначно защищать свое государство, не как большинство наших госслужащих боятся на фронт попасть. Почему? Потому что им не место ни на фронте, ни в госслужбе. И вот такой подход был бы правильный. Потому и Залужный, и команда Залужного, если куда-то и пойдут, или куда-то бы и пошли, ну, с моей точки зрения, это исполнительная власть. Это Министерство обороны, это Кабмин, вообще вся структура исполнительной власти. Вот место военнослужащих. А не в политике быть этим звездунами-сказочниками очередными, зазвездившись где-то в каком-то месте. Потому ну, посмотрим за развитие ситуации. Дело в том, что если бы не было смены команды, то никакой бы вообще в политической какой-то жизни никто бы ни о чем не говорил. Залужные его команды – это военные, которые видят себя, естественно, в военной сфере и будут выполнять задачи как военнослужащие. Военный себя видит, ну вот сколько можно служить, он будет служить. Это же профессиональные, это же не любители. Это профессиональные военные с академическим образованием, тем более с красными дипломами. Поверьте, у нас красный диплом не купишь. Да, даже как бы не хотели, но вот именно красный диплом с отличием не получается.